день, дорогие друзья, зрители моего канала и подписчики. Вы на канале Крош ТВ, я Крош, и у нас снова прохождение Plants vs. Zombies 2 или Растения против Зомби 2. Да, вы не ослышались? Эту замечательную игру мы снова будем проходить вместе с вами, да. И сразу же напомню, что кому понравилось мое видео, и кто хочет поддержать мой канал, подписывайтесь на него, друзья. Да, поддержите меня, поддержите себя, поддержите канал. Так, у нас сегодня 29 лап, есть плей-эвент, нам надо еще зайти вот сюда вот. Так что вот до хрена, короче, всего. Давайте сначала на 29-й левелап зайдем. Посмотрим. Посмотрим страшное. 20 зомби и 8. 28 зомби за 8 секунд, что ли, надо убить? А, вон оно что, Михалыч. Сейчас мы всех тут отоварим. Наверное. О, оно поставилось. Пока мы ноль. Так, давайте-ка вот этого сразу тормознем. Вот здесь надо бы этого ставить. Здесь вторую придется ряд ставить. Так. Пришлось нам это сделать. Так, ну пока ничем помочь не могу. То есть... Блин, у меня просто не хватает филок. Я уже привык. Так, там, наверное, пройдут, так что ставим просто вот здесь вот. Так, надо бы вот здесь вот сразу поставить и сразу же пускай коцает его. Охренеть! И ничего я поделать, кстати, не могу. Блин, у Марвина проблемы. Так, давай тут. Просто вообще не хватает филок. Так. Хоть как-то мы сейчас продвинулись. Блин, они идут и идут. Да ё-моё. Да, какая-то это бесполезная вещь, если честно. Так. Ёшкин матрёшкин, нас просто не хватает. Да блин, уберись.
Так. Нет, я должен пройти. Просто вообще ни на что не хватает. Чё за уровень-то такой? Так, чтобы сразу они не этот не чихнули. Офигеть. Да, это не самый лучший мой уровень в прохождении, конечно, но, блин. Так, ладно, тут хоть. Последнее уберем. Охренеть. Так, заморозьтесь. Нет. Хавайте пока вот этого. Офигеть, просто дохренище всего я потратил на этот уровень. Ну просто вообще тут ахтунг. Ну плюс эту шляпу дали. 3 штуки. Не горжусь я, друзья, вот этим уровнем. Напишите, как вы его прошли. Я лишь только вот то, что накопленными ивентами. Бонус, да, которого у нас нет. Ну, плюс еще один бонус, тоже которого нету. Печалька, друзья. Да уйди ты. Расстроился я. Мне кажется, разработчики, наверное, борщинули. Так. Да, разработчики по-любому просто борщинули с таким уровнем. Просто эпик. Так, давайте сначала зайдем в Play Event. Ну, вообще ничего не дали. Зомбаков куча. Из бойцов у меня только вот этот вот хрень. Thank you.
Давайте, ребята, отрабатывайте по нему. Так, ну тут у нас точно его съедят. Там есть бомбочка. Да блин. Давайте-ка вот этому дадим. Да, молодцы. Зачем вот этих-то валить? Правильно, я тоже так думаю. Так, что-то там вообще какое-то безумие. Так, вот эту давайте вот здесь вот применим. Что ее хранить-то? Да, надо было, кстати, похоронить ее. Да блин, а! Ё-моё, еще здесь просто так взял и нажал. О, катастрофа, друзья. Да пофиг там, что у меня кого-то там атакует вообще. По барабану. Кстати, вот такие вот 3 икса, вот это напишите, друзья, что это значит. То есть, то ли это на 3 они увеличиваются, я вот так и не понял, что вот это выпадает. Да. Ладно, давайте на этом закончимся. Закончим. Баг этот грёбаный до сих пор не исправили. Ладно. С вами, друзья, был Крош. Это не очень хорошая серия. Получилось, ну да ладно. Можете поддержать канал, подписаться, поставить палец вверх, прокомментировать и все такое. И увидимся уже в новой серии. Пока-пока.